Проект «Дитя мира» – мероприятие особое. Сегодня свой первый в жизни документ получили 18 маленьких горожан, родившихся в Брестском родильном доме 21 сентября в День мира. В церковном календаре эта дата также особая. В этот день верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Поэтому не случайно малышам вручали иконы, мамам – цветы и подарки. Такое праздничное и красивое мероприятие стало возможным благодаря Белорусскому фонду мира, Брестской епархии, многочисленным спонсорам из числа государств и общественных организаций. В повседневной жизни после такого мероприятия папа и мамы им постоянно напоминают, что на видном месте в комнате висит сертификат «Дитя мира», вот, что они наделены определенным статусом, и по жизни они должны жить с миром в душе. Но для того, чтобы они этот мир несли в семьи, в наше общество, вырастали настоящими миротворцами, конечно, мы не пускаем это дело как бы так вот на самотек, а стараемся как-то подкреплять немножечко своим влиянием, своим, может быть, больше, скажем, вниманием. Есть у нынешнего, уже 11-го по счету мероприятия, и своя изюминка. Приобщиться к торжеству пригласили юных брещан, участников самого первого вручения. Сегодня подарки и поздравления они принимают уже осознанно. Каждый из них по-своему видит, чувствует и рассуждает о мире. Я увлекаюсь всем, люблю танцевать, петь, играть. То есть это тоже очень нравится. В будущем я хочу стать пограничницей или кинологом. Я увлекаюсь шахматами и футболом пока что. Еще пойду на триатлон. Мир – это радость, это... Классно жить на всем белом свете. И не хочу никогда умирать. Хочу жить и жить на этом мире. За 10 лет акции в День мира только в Брестской области родилось 530 детей. Около 200 сегодня живут в Бресте. Может быть, на юбилейный 20-й выход проекта «Дитя мира» пригласят и маленького брещанина Глеба Бердника. В своей семье он стал долгожданным первенцем. Гордостью для папы, отрадой для мамы и радостью для бабушки. Он появился, и сразу появилась радость. Радость такая, которая приходит с рождением ребенка. Вот, и пусть, и тем более он родился в такой большой православный праздник, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это был, мы не знали, конечно, что это День мира, вот, но хотелось бы сказать, чтобы все детки, которые родились в этот день, они были здоровые. Впереди у каждого из малышей долгая и интересная жизнь в окружении любящих родителей. И кем бы они ни стали в будущем, они – дети мира. Дети, рожденные дарить добро и созидать. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бог ТВ».